да? Вместе рыбалим. Даю советы. Ну что, вообще помогли что-нибудь мои советы вам, как там рыбали? То есть все. С 7 июля прекрасный летний день. Начинаем нашу прогулку. Так, и темы подбрасываете вы мне, уважаемые посетители канала. Кое с кем я уже довольно-таки хорошо познакомился. Ну что я хотел бы сказать? Немножко о критике и духовности. Вот на самом деле, если так критикуют там по методикам, то совсем нету никакой критики. То есть вообще с информацией, надо уметь работать. Ну, вот такая, к примеру. Вот вы тут пишете, что надо мочиться, повернувшись лицом на восток. И это из-за того, как бы сказать, вы объясняете, что струя мочи пересекает магнитное поле, подзаряжается. Это я сказал. Вот, я сразу же беру свою книжечку, думаю, нет. Я несколько иное сказал. А именно, в древнем тексте Дамар Тантры, по-моему, Шивамбукальпа, там как раз есть строки, что йогин, если он использует эту науку Шивамбукальпу, то есть, ну, как бы сказать, его занятие с мочой, он должен повернуться на восток и помочиться. То есть это уже было сказано до меня. Зачем это приписывать мне, что я говорю повернуться вот на восток и вот такое дело делать? Другое дело я пытаюсь объяснить. И где-то это имеет ну, какое-то логическое объяснение. То, что действительно магнитное поле есть у нас. Южный полюс, есть северный полюс, там магнитные. И когда мы на восток, как раз против, вернее, пересекаем линии. Получается очень интересно. Естественно, какое-то действие наказывает там минимальное. Можно его вообще не брать в это. Ну, я вот решил вот примерно так объяснить. То есть одно, если бы сказали, что вот такое объяснение там не подходит, может быть, оно какое-то другое, предложили бы свое, это очень важно, понимаете? Не просто там сказать, вот это вот плохо и все, а что-то свое. Но этого нету. И все это перевирается. То есть работать с информацией. Дело непростое. Не каждый может ее, так сказать, не просто объяснить, а вот желательно еще применить. Ну, хотя бы как я. Потому что всегда нужен пример. Так, это что касается критиканства и информации. Я просто таких людей буду удалять с канала без всякого якого. Далее говорят о духовности. Вот у вас тут нету никакой духовности и так далее. И тут же идет обзывание различными словами. Вы, наверное, заметили, что я себе не позволяю это делать. То есть духовно продвинутый, развитый человек, когда оскорбляет другого человека, то тем он самым показывает степень своей духовности.
которой нету.